Ну что ж, продолжаем морские сражения. Звук записывается через микрофон, поэтому качество звука плохое. Поэтому как бы я мало говорю во время боя. Неудобно говорить и управлять сражением. Ну, управлять кораблем. Так, первый пошел принц Рояль. Паруса сильно повредили. Далеко отошел, а теперь на малой скорости буду долго подходить к центру боя.
Так, хорошо. Стреляет еще. Победа. Проверим. Ага, еще улучшается. Ну ладно, все равно в бой раньше начну. Тут надо еще улучшать корабли. Но для этого нужны и деньги, и рубины. Рубины нужны для улучшения стрельбы. Все рубины уже потратил. Серебро есть, но... ремонтируется. Баунти и сфинкс уже как по максимуму отремонтировал. Принц рояль еще вот ремонтируется, но тут уже не сильно большая разница.
быстро потопили. Свинца вперед. Почему не попал? Вперед на Касадора. Почему не достаю, не пойму. Дальность стрельбы у меня меньше. Нет, там два корабля, я проиграю.
Так, ну здесь можем проиграть, конечно. Проиграли. У меня 2 корабля, у них 3. Зева я не смогу уже подбить. Блин, что здесь? Еще. Ничего. Бывает, что и противника лучшие игроки. Так, сейчас проверю. Здесь прочность будет долго делаться в бой. Принц Рояль. А ну здесь показано, что означают как бы значки в меню как бы, по управлению кораблем. Нет, с двумя не надо сражаться. Лучше отойти.
почему-то промазала. Почему? Куда она крутится?
Так, баунти вперед. А то времени мало. Хорошо. Времени мало. Победа, хорошо. Ну, понятно, почему они дальше сражаются, если время боя закончилось. Еще один бой проведу.
На нуле парусов можно еще идти. Не успел выстрелить. Так, баунти в бой. От императора. Один остался. Диверсант остался, ага. Теперь победа.
Да, Баунти мой любимый кораблик. Улучшить уже больше нельзя. Разве что пушки, но на пушки нужны рубины, а рубины у меня закончились. Ну, на сегодня пока все.